Апрельский гатчинский парк. Вот такая рожица смешная. Кочка, рожа. Мордочка. На фоне белого озера. На фоне солнышка, которое светит. На звуковом фоне пение птичек. Карканье вороны там, по-моему, да? Что там у нас еще каркает? Ничего больше не каркает. Да, парк чистят-чистят. Вот там уже все вырубили, все застойные старые деревья. Да, парк практически полностью очищен сухостоя. Практически полностью. Будем смотреть дальше, что у нас будет улучшаться, не улучшаться. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки вот этот большой каменный мост отреставрировали. Ну, раз сделали вот времянку более качественную, новую, солидную, то, значит, это в ближайшее время делать не будут, в ближайшие годы. А жаль, а жаль. В планах пока это не стоит. Печально. Ну ладно, ну ладно. Зато вот этот мост симпатичный. Симпатичный мост. Сделали времянку. Гораздо лучше, чем та, которая была несколько лет назад снесена. Ну вот, ну вот. Я жду листочки. В начале мая это будет все. Но снега сейчас нет. Снега нет. И в этом году, конечно, очень все так быстро высохло. Достаточно сухо. Ну, сейчас, правда, минус один по ощущениям. Тогда где-то так плюс 8 сегодня будет по прогнозам. Но вообще так сухо, сухо в парке. Это обычно здесь бывает гораздо мокрее в это время года. Мокрее бывает. Ну ладно. Что там у нас за живность? Забыл, как эти утки называются. Забыл.